Всем привет! Купила я сегодня в магазине чуть-чуть продуктов. Сейчас покажу и расскажу, что почем. Перец с той же самой скидкой, как я в прошлый раз брал. Вот эти 4 перца стоят. Паприка 1 евро. Получается 700 грамм. Взял вот это вот манго. Вот эту вот штучку взял, что это такое, томатен. Он вроде 1 евро стоил, там или 99. Где-то тут он есть у меня. Не вижу я его пока. Ну, помню, что он это, моцарелла. Это типа брынзочки. Тут вода, ну, рассол есть. Моцарелла стоила его 59 за килограмм, что непонятно, 1 евро. А не, это бананы, а моцарелла 59 стоила. 59, да. Киви взял. Киви у нас по 2,10. 2,10. Я не знаю, что почем. А, 6 штук по 35. По 35 центов одно киви. Я взял 6 штучек. Хлеб взял. Вот это такой вот типа мультивитамин сок какой-то там. Непонятно. И вот это вот интересно. Что это такое? Не знаю, тут, наверное, надо греть его. Тут написано, нарисовано. Вот такая вот штука. Какой-то супчик. Он стоил 69 центов. А вот эту еще одну баночку взял. Вот тут. Ее надо варить 10 минут, 6-10 минут или в микроволновке. И как бы оно уже готово. Можно покушать. И, наверное, сейчас сяду, покушаю, открою. Посмотрю, наверное, возьму вот это сначала, открою, маленькое. Если понравится. И посмотрю, что тут в этом. Вот такие вот дела. И вот это все обошлось неровно 10,88. 10,88 евро. А, бананы еще взял. Бананы по 1 евро. Так, где у нас фокус? Вот. Вот есть. Вот такие вот дела. Кому нравятся мои покупочки, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!